Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня я расскажу вам о двери производства компании Monolith, а точнее о ее модели с одноименным названием Monolith, которая получила ряд кастомизаций. Кастомизации коснулись как секрет замка, здесь установлен цилиндр облой Protect 2, цилиндр, который не скрывается отмычками. Здесь установлена броненакладка нашего производства, броненакладка Monolith, которая выполнена из закаленной нержавеющей стали, которая как по форме, так и твердости не имеет аналогов ни на Украине, ни за рубежом. Здесь кастомизации коснулся внешний дизайн. Здесь выбрана очень интересная синяя пленка со вставками из алюминия. Кастомизации коснулась декоративная фурнитура, в частности верхняя ключевина на верхний сувальный замок. Это тоже нашего производства. Кастомизации коснулись торцевые планки замков. Они выполнены из нержавеющей стали в нашем фирменном стиле. Это наша фирменная разработка. Во всем остальном, в принципе, это остался наш стандартный монолит в усиленном варианте, где еще дополнительно усилена замковая часть и периметр 5 мм металла. Во всем остальном это стандартная конструкция монолит. То есть, ну, стандартная, это для нас она стандартная, если ее сравнить с любой другой дверью, с любым другим производителем, то этот стандарт, это дверь с какими-то несколькими плюсами. Повторю о конструкции. Конструкция стандартная монолит. Это два листа 2-миллиметровых, полотно двери 50 уголок. Кроме внешнего и внутреннего листа, полностью на всю замковую часть идет под внешний лист и под внутренний дополнительно листы 4-миллиметровые, которые образуют защитную капсулу, в которой находятся замки из 6-миллиметрового металла. Сетка из ребер жесткости, 2 вертикальных, 7 горизонтальных. И, как я уже сказал, так как это монолит усиленная версия, еще дополнительно идет 5-миллиметровая полностью пластина на замковую часть и на весь периметр. В таком случае мы получаем защиту замков с внешней стороны 11 мм, со всех остальных сторон замки защищены 6 мм металла. Это обычный металл. Плюс идут 6-миллиметровая каленая пластина на нижний замок и 2-миллиметровая на верхний. Замки. Нижний замок — это редукторный замок Cheese Revolution Pro. От него идут дополнительные ригели, точки запирания вниз и вверх, тяги. И так как на любой нашей двери наша фирменная разработка применена, это когда цилиндровый замок перекрывает ключевое отверстие сувального. Антисрезы эффективной длины, эффективного диаметра, которые также идут до первого ребра, то есть которые тоже несут дополнительные функции. Рама — это 63 уголок с 5-миллиметрового металла. По 5 монтажных ушей на каждую сторону, 2 вверху. Забиваются костыли и на сварку крепятся. Защита ригелей, она тоже выполнена сплошная. Она образует короб в районе полностью на всю зону замков, чтобы нельзя было их раздавить. И в то же время распределяет нагрузку на 3 монтажных уха. Все это наш стандарт, все это наш уровень защиты наших дверей. Как я уже те дополнительные опции, те усложнения, которые были в данной двери добавлены, та кастомизация, которая ее постигла, все это не входит в стоимость. Но она, допустим, если ее сравнить с дверью Monolith Muscle, то все эти усложнения, они уже включены в стоимость Monolith Muscle. Поэтому Monolith и Monolith Muscle, то есть разница между ними, это как минимум все это уже входит в стоимость. Кроме этого, в Monolith Muscle входят 12-миллиметровые каленые пластины. Кроме этого, в Monolith Muscle входит увеличенная толщина полотна, которая уже не позволяет прорезать его болгаркой. Кроме этого, в Monolith Muscle входит еще более увеличенная толщина притворной части и защиты замков. То есть и еще ряд усложнений, о которых я в этом видео не буду говорить. Поэтому изучайте наши модели дверей, обращайтесь, с удовольствием вам изготовим любого уровня защиты, любого внешнего вида. Всего доброго!